Привет, мои любимые подписчики и коллекционеры куколок Лол. Этих двух куколок мы открывали в предыдущих видео. Ссылки на видео с куколками вы найдете в описании, а также в плейлисте с куколками Лол. И нас ждет с вами третья, не менее загадочная куколка, которую зовут Spirit Queen. Имя куколки переводится как «Королева духов». Это третья куколка серии Лол OMG Movie Magic. С обратной стороны коробки мы можем увидеть ее в двух нарядах. Интересно, кого они вам напоминают? Пишите мне об этом в комментариях. Открываем экран. Мы оказались в кинотеатре, и на экране Spirit Queen. И она же с экрана нам говорит: «Я хочу, чтобы ты был в моем духовном отряде». Поворачиваем коробку. Тут очень необычный фон. Горят софиты, и при этом все как будто полыхает. И все в дыму. Я думаю, что это сценический дым. Пора переходить к циферке 4. А здесь у нас открывается отделение в коробке. Красный сундучок-чемоданчик. Выдвигаем. Два слайда, как и у остальных куколок. На первом слайде изображены две куколки. На втором слайде куколка-вампир. И она изображена кверх ногами. Помимо этого, есть еще серебряная расческа. Крепление от подставки. С обратной стороны часть подставки. И головной убор. Черная шляпа с конусом. Крепится на ободок. Она из пластика. И здесь можно еще увидеть винтик крепления. На шляпе видно, как будто ее сшивали. Подставка черная. Последний сверток внутри. На донышке сундучка два постера с куколкой. А в этом свертке, конечно, находятся 3D очки, и они тоже необычной формы. Переворачиваем коробочку. И что же мы видим здесь изображено? Наушники, столик, колонка, которая стилизована под паука, маленький черный паучок, сползающий со столика. Тут нарисована тень от рук и волна звука. А здесь маленькими буковками написано термин Vox. И это электромузыкальный инструмент, созданный в 1920 году советским изобретателем Львом Сергеевичем Термином. Это очень необычный инструмент. Если вы не знаете, как на нем играют, то в интернете об этом есть много информации. Ну и наверняка еще вы заметили, что это необычная звуковая волна, а она раздваивается, и в ней кое-что зашифровано. А чтобы понять, что, нам понадобятся 3D очки. Прикладываем синюю линзу и отчетливо видим мяу. А через красное хе-хе-хе, хе-хе-хе. Hey. С помощью же 3D очков мы узнаем, кто же снимался еще в фильме. Это Countess, ее мы видели на слайде, и Lil Witchy Bebey. Запускаем слайды в кинотеатре. Эти слайды как сценки из фильмов. Через красную линзу куколка предстает в одном образе, а через синюю совсем в другом. А на экране ее образ сливается. Точно так же вы сможете увидеть разные образы куколки, если будете закрывать то один глаз, то другой. А если откроете оба, то в 3D очках вы увидите объемное изображение куколки на экране. Сама куколка находится в красной видеокассете. Это новый выпуск. В уголочке в кружочке написан жанр фильма. Это страшилка или просто фильм ужасов. Sound дизайнер, звукорежиссер и Scream Queen, королева криков, на 2 дня в аренду. И осторожно, эта видеокассета может расплавиться, если ее оставить в машине или на солнце. И самый долгожданный момент — это появление куколки. Вынимаем ее. У нее очень темная комната. Стены темно-фиолетовые, надпись розовыми буквами обозначает, что идет запись. Тише, пожалуйста. Очень красивое розовое кресло, микрофон, текст, ноутбук, 2 звуковые дорожки с криком. 2 упаковки похожи на коробочки с соком. В одной кофе, а во второй холодное варево. Очень странно, что ее шкафчик, в котором хранятся столовые принадлежности, тарелочки, стаканчики и вилочки, стоит котелок, который скорее показывает на то, что в нем варится какое-то колдовское зелье. С другой стороны от кресла стоят песочные часы, стоит чашка, возможно, с кофе, и все та же колонка, стилизованная под паука. Вместе с куколкой на
подложке стойка с микрофоном, книжечка, 3 пакета с одеждой и 2 коробки с аксессуарами и обувью. Книжечка вместе с куколкой – это журнальчик «Репортер из Лолвиля». Он называется «Двойная действительность». На развороте куколка, все с тем же слоганом. «Я хочу, чтобы ты был в моем отряде духов». Разворачиваем. Нам нужно прочитать слова в двойном значении. С красной линзой это «find», «missing» и «to be continued». С синей «accept», «amazing» и «the end». В первом значении мы получаем текст. Гламурный особняк – это ночь. Как всегда, тайна ведет в какое-то жуткое место. Королева духов знает, что вместе они примут удивительную награду. Время следовать за сверкающей паутиной в студию «Лол Сюрпрайз». Конец. А во втором – гламурный особняк – это ночь. Как всегда, тайна ведет в какое-то жуткое место. Королева духов знает, что вместе они найдут пропавшую награду. Время следовать за сверкающей паутиной в студию «Лол Сюрпрайз». Продолжение следует. Еще одна куколка-очаровашка из этой серии. Глаза у нее карие, но с небольшим красновато-розоватым оттенком. Они подведены розовыми тенями. Над глазами нарисованы паутинки. Ярко-розовые губы. Почему-то мне эта куколка внешне очень напоминает зайчика. У нее очень необычная прическа. Она вся залачена. Впереди треугольная челочка. Очень-очень жесткая. Волосы у нее двух оттенков, белого и бордового. Они оформлены в очень интересную прическу. Она напоминает два хвостика. Она одета в белый костюм в полоску. Кофточка с коротким рукавом застегивается под самое горлышко. На руках украшение из ленточек. Оно крепится на резинке. На одной ручке ноготки серебряные, а на второй тоже. Но под этим украшением на руках скрывается как будто перчатка. Кажется, что вместо кисти у куколки торчат кости. На ножках полосатые сетчатые гольфы. Весь костюм расстегивается на липучке. Это кофточка и юбочка. Под юбочкой темно-темно-серые трусики. Черная стойка с микрофоном. Здесь есть ручка крепления, чтобы куколка могла держать его в руках. Палка, на которой держится микрофон, мне напоминает трость. Как будто эта трость может в любой момент превратиться в змею. 3 пакетика с одеждой. Они поддерживают тематику куколки. Первый, самый длинный пакетик. На нем как будто нарисована полка с кассетами. И каждая кассета – это разный жанр фильма. Тут есть и комедия, и драма, и боевик, и ужас, и приключения. А в пакете черная юбочка с рисунком паутины. По бокам у нее лампасы. К низу она сужается. Чтобы ее было легко надевать, она на липучке сверху и снизу. Как будто в этом месте разрез у юбки. И еще один черный пакет, на котором нарисованы разные фазы Луны. Сначала она растущая маленькая, а потом все больше, больше и больше. И наступает полнолуние. В этом пакетике черный пиджак. У него полупрозрачные рукава в паутине. Смотрится очень красиво. Белая резинка снизу и симметричные белые вставки. Ткань у пиджака не просто черная, она еще и блестит. И еще один черно-голубой пакет, на котором нарисована звуковая дорожка крика. А вот в нем сразу целый костюм. Черно-белый топ и черно-белая юбка. Юбка состоит из двух частей. Нижней черной юбки с неровным краем, который напоминает крылья летучей мыши. А сверху нашиты белые полоски ткани. И топик, и юбка расстегиваются. Заглянем в коробочки. В серебряной находится обувь размера 6,5. Называется она «Клинья паутины». Это очень красивые туфли с черным носиком и черными ремешками. Ремешки похожи на паутину, а каблук и подошва ярко-розовые. Открываем белую коробочку. В ней 2 свертка. Серебряные серьги-колечки. На них же видны наушники. Черные очки тоже похожи на крылья летучей мыши или части паутины. 2 части ярко-розового корсета с серебряными вставками. Его нужно застегнуть. Часть со шнуровкой будет сзади. Украшение на шею и плечи.
плечи, впереди с сердечком. Просто прелестная колдунья получилась у MGA. Она настолько миленькая, что в нее нельзя не влюбиться. Здесь нет лишних аксессуаров или деталей. Очень хорошо и плотно сидит на ней маленький топ. Все очень аккуратно сшито. Образ просто восхитительный. Куколка может идти в этом наряде на Хэллоуин. Для того, чтобы примерить второй наряд, нам нужно будет снять у куколки юбку, вывернуть ее обратной стороной. С внутренней стороны юбки тоже нарисована паутина. И теперь мы соединяем верхнюю и нижнюю части с помощью липучек внизу юбки. Нужно будет соединить, и получится целая юбка. В остальных местах юбка ни на чем не держится, поэтому мы просто ее заправим аккуратно. Ленточки, которые у нее были надеты на кисти, теперь надеваем на руки. Они становятся рукавами. Куколка переоделась и, мне кажется, стала похожа на волшебницу. Этот костюм дополняют очень яркие аксессуары. Розовые украшения на плечах и шее с сердечком и такой же яркий розовый корсет. А его цвет перекликается вместе с цветом ее губ и волос. Мне кажется, не до конца удачным и продуманным решение с нижней частью юбки, но идея очень интересная. А еще к этому образу необходимо примерить очки. Пишите мне в комментариях, как вам кажется, идут ли очки к ее образу. Мне кажется, что он становится от этого еще более интересным. Пишите в комментариях, какой костюм куколки понравился вам больше всего, первый или второй. А также нам осталось открыть всего лишь одну куколку из этой серии. Не забывайте поставить лайк, если видео вам понравилось. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!